Я приветствую всех своих подписчиков на своем канале и вашему вниманию 25 копеек 1996 года. Штемпель 1ББК. Эта монетка уже более интересная, более идет дороже по проходам, так как гурт на монете крупный. И сегодня зафиксирован уже проход на аукционе 10 гривен за данную монету. Но опять же, как вам повезет, в зависимости от состояния монетки. Вот, в принципе, эта монетка, вот как раз, которая была продана за 10 гривен. Ну, может быть и лучше, и хуже, и UNC состояние там уже еще будет поинтересней цена. Но все равно приятно за копейки получать вознаграждение уже в гривнах, в бумажных. Вот. Ну, вот информация о ней, к сожалению, много не расскажешь. Радует своей ценой. Повторюсь, что дороже, чем монетка с мелкой насечкой. Вот так, друзья. Ищите, находите, продавайте. Подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, Перекупщик.